Евгений Кош с группой специалистов колесит по Уссурийску. На этот раз в поле зрения главы администрации окраина города. Все службы по благоустройству работают в штатном режиме, ежедневно рапортуют градоначальнику. На деле, оказывается, есть за что ругать подчиненных. Практически ни одна остановка не остается без нареканий. Здесь же вообще не косили. Да, действительно, наверное, не было включено это. А как? Мы здесь сделали асфальт, здесь сделали лотки. Мусор, грязь. Таким встретил специалистов район водоканала. Когда-то здесь стояли сплошные бараки. Их сменили благоустроенные многоэтажки. Только образ жизни жителей микрорайона не поменялся. С этим будут бороться специалисты отдела благоустройства. Двигаемся дальше. Агеева-Плеханова. Территория гаражей превратилась в схрон мусора. Отсюда уже вывозили 89 кубометров отходов. Спустя несколько месяцев та же самая картина. Грязь, вон, видите, что творится. Вон. Куча уже, надо все убирать. Есть претензии у главы к состоянию дорог окраины Уссурийска. Часть покрытий постепенно приходит в негодность. Глава администрации настаивает, что такие мелкие работы необходимо делать сразу. На каждой остановке появляется новый и новый объект, требующий внимания дорожников. Замечания, конечно, это по покосам, и большие замечания это по небольшим ямам, которые уже образуются на наших дорогах. Потому что если сейчас не начать делать, на следующий год мы уже получим огромные ямы, и нам придется не то что делать ямочный ремонт, а ремонтировать полностью дорогу. На месте же переориентируются и специалисты, отвечающие за покос травы в городе. Площадь Уссурийска разграничена между муниципальными службами. За летний сезон рабочие с косами пройдут по территории не один раз. Нами заключены два муниципальных контракта на выкашивание неразграниченных территорий на территории Уссурийского городского округа. Подрядчик работы выполняет по заявкам, предоставляемым заказчикам. Естественно, данные территории, которые сегодня мы проехали, будут включены в заявки. Насыщенная и продуктивная поездка с домашним заданием для дорожников и газонокосильщиков. А вот с мусором в городе необходимо бороться сообща. Ольга Муравьева, Никита Файзулин, Телемикс.